Вот что нам рассказали жители оккупированных городов на Донбассе. Давайте их послушаем. Я уже различаю звуки, как бомбят. Это минометы. У нас 15 градусов в квартире температура. Сказали, еще долго не будут отопление давать. Начали по 5, по 9 часов отключать. Отключать именно свет. Ни одна аптека не работает, я обошла все аптеки. Были выборы, значит, главы республики. Это были выборы какого-то там из местного совета. Люди настолько зомбированы, что они реально верят в то, что вот у них это реально народная республика, и что они выбирают свое будущее. Приходишь, показываешь паспорт, тебя находят в списке, выдают тебе бюллетень, одновременно выдают карточку. Карточку эту социальную, с нее номер переписывают сразу в тот же список выборцев. Если ты не получил, не приходил на этот самый на участок, карточку ты не получил. Артиллерия практически с самого утра и вот весь день работает в сторону аэропорта поселок Капецкий. Практически каждый день мы имеем здесь раненых, иногда убитых среди мирного населения. Потому что бои идут не в полях, где-то не в лесах, а в кварталах, где жилые дома. Очень большие жертвы со стороны так называемых ополченцев. Скорой помощи все заняты в основном перевозкой раненых боевиков. Вся власть, она у людей, у которых есть автомат. Поэтому, если скажут экипажам скорой дежурить около аэропорта 24 часа в сутки, то ничего не останется, как дежурить и ждать.